Решил записать экспериментальный эфир с решением задачи. В этой задаче мы думаем за черных. И наша цель – спасти вот этот черный камень. Этот черный камень окружен снаружи, с левой стороны вот этой белой группы. Достаточно сильная группа, у которой много дыханий. И есть недоступный перекресток, в который нам за черных играть бессмысленно. С правой стороны мы видим, что у белых много слабостей. Во-первых, вот эти два белых камня, у них всего два дыхания. Следующий белый камень, который стоит на линии смерти, у него тоже два дыхания. И только у камня, который как бы выводит эту группу из окружения, у головы, можно сказать, этого отряда, три дыхания. Обратите внимание, что у наших двух черных камней, которые участвуют в этой всей истории, с внешней стороны, тоже мало дыхания, их всего два. Раз, два. Поэтому здесь нам нужно будет очень хорошенько подумать, как мы могли бы действовать. Что играть придется с правой стороны. И нам в качестве подсказки поставлен вот этот удаленный черный камень, который поучаствует в этой игре. Он поможет нам бороться. С чего начать? Ну, я думаю, что логично начать с того, чтобы усилить наш черный камень. Причем усиливать его надо в сторону правых белых, потому что здесь белые вынуждены отвечать. Сейчас у белых Атари на вот эти два белых камня поставлена угроза захвата, потому что это последнее дыхание для этой группы. Если мы поставим черный камень так, то по большому счету смертельной угрозы мы белым не создадим никакой. Поэтому начинаем с этого. Белый вынужден отвечать. А вот дальше, если мы продолжим также линейно действовать, в этом изюминка красота этой задачи, то мы выйдем на неверный путь. Да, конечно, белый вынужден отвечать. Но теперь у белого стало три дыхания. И когда мы попробуем захватить эти белые камни, очень быстро окажется, что дыхание у белых станет 4. Вот уже, например, в этот момент. Что это означает для нас, когда у белых 4 дыхания? Это означает, что наши камни с тремя дыханиями проиграют борьбу. Белые быстрее окружат эти три камня, чем мы сможем окружить вот эту большую белую цепочку. Что нам рекомендуют авторы задачника? Они нам рекомендуют действовать гибче и начать сейчас играть снаружи. То есть начать работать вот с этой перспективы развития белой группы. Понимая, что это у нас действие всегда есть в запасе. Очевидно, что белый будет на него отвечать. А как только мы поставим его 4 камня под угрозу Атари. Поэтому начинаем с этого действия. И дальше авторы задачника рекомендуют еще раз оказать давление на белых. По-настоящему я решал задачу сразу с жертвой в ключевой перекресток. Но мне кажется, что это не играет принципиальной роли уже. Потому что в любом случае следующий наш ход, то есть следующее изменение, следующий маневр решения, это атака теперь структуры белых. То есть удар по слабому месту. С угрозой захватить 4 камня. Белый вынужден обязательно отвечать. Причем ответить он может только захватом нашего, снятием нашего камня. И мы ставим еще одну Атари. Теперь мы опять вернулись к удару изнутри. Тот самый отложенный ход. И белый вынужден реагировать. Все, что можно было сделать, скажем, с точки зрения ослабления этой белой группы, мы сделали. Мы подвели белых к нашему камню. При этом у белых три дыхания, что для нас важно, потому что у нас тоже три. И теперь следующее интересное решение, уже получается, это третий маневр здесь. Сначала мы усиливались изнутри, потом мы наращивали давление снаружи, потом мы жертвовали. Это вот такой Тесудзи, который останавливает движение белых и создает такую опутывающую атаку из трех камней, которые своей формой не дают белым не просто выйти из окружения, но еще и дыхание нарастить. Белым деваться некуда, нужно усиливаться, потому что этот ход отнял у белых дыхание. Это важный момент. То есть белый не может, например,
переключиться на атаку, потому что мы сейчас его поставим в атаке. В этом идея этого действия. То есть оно носит в себе характер прямолинейной атаки, но и при этом оно еще включает вот эту интересную четную форму. Опять атакуем таким образом, чтобы отнять дыхание у белой группы. И дальше белым опять нужно увеличивать степени свободы. Мы ставим белых в ситуацию, когда у них всего два дыхания, и им ничего не остается, как атаковать наш камень. Потому что выходить наружу они не могут. Для них это будет действие, которое не дает им никакого усиления. Мы их ставим в атаре. Перехватить. Здесь они тоже не могут контратаковать, потому что мы их поставим в атаре. Все, что могут делать белые, это резать здесь. И здесь у нас получается пятый маневр. Место жертвы, потому что если мы пожертвуем камни, то у белых сразу будет два глаза. Вот они. Раз и два. Это означает, что белая группа выжила. Мы усиливаем наш камень. И предлагаем белым захватить два камня, если они хотят бороться здесь. Причем двигаться наружу они не могут из-за того, что попадут в атаре. Белые вынуждены захватывать наши камни, и тогда мы эти камни жертвуем. Как мы их жертвуем? Мы их жертвуем очень просто. Атаре. Белый вынужден. Еще одно атаре. Белый вынужден. И камень снаружи. У белых осталось два дыхания и один глаз. Куда бы ни поставил белый, мы захватим эти белые камни целиком. Ну, например, что он может сделать? Он может, например, попробовать убежать. Тогда мы ставим его в атаре сразу. Все белые проиграли. Либо белый может попробовать проатаковать нас. А мы тоже его ставим в атаре. Белые проиграли. Если белый попробует атаковать здесь группу, у которой тоже три дыхания, как и у этих черных, мы ставим белых в атаре, и белые проиграли. Обратите внимание, чем интересная задача, как из одного маленького камня удалось сформировать вот такую огромную операцию, такую мощную волну атакующую. И какую важную роль здесь сыграл тот удаленный камень, который стоял, казалось бы, никак нам помочь вот здесь не может, а оказывается может. Вот такая замечательная задача.